проверить график движения автобусов на маршруте номер 62К, опросить жителей, насколько они довольны работой перевозчика. Для этого первый замглавы Родион Левочка, депутат городского совета Александр Васильев и начальник отдела транспорта и связи Денис Гаврилов провели встречу с пассажирами. Хорошо, 62-й ходит. Хорошо, да? Да. Замечательно. Мы провели общение с пассажирами. Пассажиры нам сообщили о том, что 62-й маршрут ходит по расписанию, нарушений в движении нет. И, в общем, работы общественного транспорта на маршруте 62К они довольны. А вскоре, по словам представителей компании, осуществляющей перевозки, на линии появится два новых автобуса. Маршрут номер 62К курсирует от станции Химки до аэропорта Шереметьево. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.